После жеребьевки сотню участников разделили на 10 команд. Каждая из них получила капитана и свое квестовое задание. Ребята из команды энергетики признаются, настроены только на победы. Даже самый младший, 12-летний Миша, принимает активное участие. Собственно, благодаря ему и удалось разгадать первое задание. Самая энергичная команда. Вот, это часть нашей команды. Вторая, мы разделились. Это наша такая тактика, стратегия. Вот, на две команды разделились и разгадываем задание. Что за задание у вас сегодня? Сложное. Сложные, да? Квестовые задания, логические задания. Нам прежде всего нужно находить какие-то локации здесь, в парке Горького, по каким-то ориентирам, по каким-то вводным словам, разгадывая ребусы. По словам организаторов, подобные мероприятия не только объединяют и учат работать в команде, но и дарят отличное настроение и позитивные эмоции, которые сейчас как раз очень нужны этим детям. В рамках проекта также пройдут соревнования по картингу, состязания в веревочном парке и другие игры, за которые каждая команда получит определенное количество баллов. А в самом конце организаторы обещают установить новый рекорд Украины, но пока все подробности держат в секрете. В Харькове, опять же, я не раскрываю самого рекорда, но это будет рекорд, к которому будут подключены помимо наших детей, будут привлечены все наши харьковчане, все люди, все детки, которые живут в городе Харькове. То есть мы будем созывать всех. Это будет действительно рекорд Украины, поставленный детьми, основа которой, конечно, будут ребята-переселенцы. По окончанию соревнований пройдет подсчет баллов каждой команды, но организаторы обещают, призы и подарки получат все участники без исключений. А ребятам из команды победителей подарят поездку на гала-концерт, который пройдет 12 сентября в Киеве. Лилиан Мода, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».